Интересная голубка состарилась. Вон она где сидит. Посмотри. Я каждый день, она просится на улицу, а это ее муж. Ну, остальные голуби дальше. Сходи сюда. Сейчас буду загонять ее. Посмотри как. Вон около нее караулит. Он моложе ее и очень такой крепкий. Так. Ну, давай, давай. Ты подальше, блин. Отходи. Ну, давай домой. Домой, домой. Заходи. Как петушок около нее. Ну, что ты сидишь? Давай домой. Домой, домой, домой. Давай. Давай, давай, домой. Опа, опа. Давай, вон они. Вот она пошла домой. Вон около нее. А эти идут домой. Давай, давай. Ну, подожди скорее. Я сейчас включу, и вот они здесь у меня пойдут домой. Давай, давай. Вот они домой пошли, домой. Совсем она что-то замерзла, занемогла сегодня. Совсем прям никакая. Свет там выключаю я. Давай, заходи. Подгоняю их туда. Ой, какая она сегодня. Сегодня холодно, она просила. Сиди туда, скорее, смотри, куда он полетит. Его снимай, главное. А я ее потом дам. Вон он где сидит, а? Голодно, ну, голым, голым. Ну-ка, давай. Давай скорее. Вот он где. А вот она и пришла домой. Держи, вот она где. Она совсем уже занемогла. Всю зиму тут у меня прожила. Вот какая нахохлилась. А он ее утешает, приходит. Голову под нее засунет. Туда, под низ, под крылья. И там дышит. Ей холодновато, у нас тут прохладно-то. И она сразу стала распрямляться, у нее здоровье лучше стало. Он ей жизнь возвращает. Это ее муж такой, широкогрудый. Ему приятно это. Сегодня у нас третий день после Пасхи, сегодня вторник. Вот. Вот гляди какой. Это нам образец верности голуби. Вот он какой у меня хороший. Да замечательный голубь. Она, видно, сильно замерзла сейчас. И крылья опустила уже, идти даже не могла. Сегодня даже снежок немножко выпадал дальше. Летел. И вот. А он от нее не отходит никуда. Все голуби кверху. Пошли травку там щипать. Никаких. Караулит ее все. Верность поразительная. У него там была, я видел, подружка нынче где-то. А она здесь жила, в коробке в этой. Но потом, вот так, я его сейчас могу туда посадить. Так, подожди-ка, я тебя посажу туда. Ты у меня молодец такой, молодец, да замечательный такой. Вот он какой ручной.
Вот он как. Давай. Вот он как. Вот он где. Вот он. Все. Вот она села. Сейчас он, интересно, под нее будет голову засунет. Там она ляжет, а он под ней и дышит. И у нее как-то сразу видно, что ей теплее делается. Он под ней дышит и дышит. Вон какой двухчубый. Красавец. Вон он подходит. Сейчас он ее зовет, что она не понимает. И он ее за шиворот туда берет клювом, стаскивает вниз. И под нее голову засунет и греет. Дышит. Я долго не мог понять, что он делает там. А он дышит. И когда неудобно, ее опять развернет. Прям голову засунет под самый низ. А тепло-то идет кверху. Вообще удивительное дело. Сколько держу, не видал такой любви. Обычно голубь, он как, если голубка потеряна, он быстро находит. Он все время ухаживает за кем-то. Бывает голубка, а бывает и голубь идет, он все равно ухаживает. То ли не разбирается ничего. Ну вот, это у нас форум наш. А это наш Mail.ru. Вот. Большое сокровище у нас. Это канал. Канал называется «Православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии». Вот. 1700 роликов наших здесь. Последнее это выставили мы. 83 ролика. Называется «Жития святых во свете Библии. Открытым оком». И вот это они идут. Еще остался один выставить. 83-й. На этом конец. Вообще это удивительное изобретение, интернет. Съездили в Потеряевку, все засняли. Сегодня опять будем выставлять. Сергею Козлову отошлем мелкие, а он их соединит, у него есть возможность. Ну ладно, во славу Божию. Главное, что он теперь ее... Вон, никаких еще пока. Ладно, его не буду трогать. Он сейчас вылетит оттуда. Я его, чтобы он не летал, ее не бросал, я поставлю вот эту вот здесь. Вот она как. Решетка.